Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Казуков Фэмили. Мы продолжаем Ассасина, и нас ждет не очень интересная миссия в плане охоты в Ассасине, поэтому погнали. Играем уже за второго персонажа, и мотивы этого персонажа будут нам понятны. Так, я уже немножко не понял, куда нам валить, но хрен с этим, в принципе, разберемся, я думаю. Единственное, что мне особо не цепляет, это, конечно, то, что мы играем за индейца. Это такое себе, в принципе, удовольствие, но что поделать. Дело в том, что непривычно. Так. Ладно, погнали, давай. Окей. Часть четвертая. Amado ene ka ne to da di jat ka thuni we ne aye deni ti na kwa sari. Ну погнали. Васкуени, я зоди да ван то рехне вахи. Amado ka ne скат на те она. Я. Easy, Ona. Ну и чё? Так. Ха, зезак тянуе ё дзиккунде. Zaha ga yo yanere. Yon zaskats. Nek ti doni ga riwa is tona yo tunha ge. Nona as ka gui dene ne, da wasa ga yeri ni haadi runungwe ka a ta hunna na dakwa ge. Sok nona as ka na nage ne, ta de watna ne da. Iga gar ha gunsu a hundo ratu, ka a hun zage hun da dit daru. Ka arunu ne zosera as ka dewa nyawa na ha diha ge. Yahtes kariu is the yunki yakwa daze te. Segun ino tumne. Ha, nekti zaha akta da hunenu haje. Te dun zohum jokna e de waire. Toga yahu atena ta e de waire. Toga yah ta e de waderio. To are na zawatne. Tukni kuhak. Wagerek da geri hunyani o niyot zi agerata. Tiga waniyo. To agwek yo ti na kuni. Zaha gasto zeryohage diniyot ne oya. Nekti yatamdo era ye edene te nega hundake. Yata de don zohun unka ego de riander ge wahi. How you geni dogas ki doga and deni gweni toya yedenewe, ne dosa ya yedini rada ne ne unzage. Waderian da tsiraks on egiga. Das kena gera. Pai vietkam. Okay. You draw done. Does that a death duck? Garni orden um dasse. Aguasa yane raja. А, вот. О, Адуга! Так си на кесом. Йодзира! Захкацтек! Не ганду ди заха асет сацтеге! Все, я разобрался. Оу! Так.
смысле? Ты идиот. Ты в курсе? Няуа. Да твою мать! О, на антенне рата. Зоди он доле. О, нет, ты истерый захан, сетсацтеге, дога я часа датреге. Некти охна яо, не дога антджада, не дано гихие. Дога оя, ват ти на куньянью акта, саткан зера. Так, а чё мы дальше, куда? Да ладно. Чурили, что ли? Нифига себе он, конечно, отжигает. Воу. Находа, ва гак ни гухруни. Ятта ва кквенью агвегу янге ни хараунге. Гаан гадер харде зиньора агвегу ан сироруге. Гаду га исере ятта га ери зинигу янге ни я. Тоант гур хареге. Дуга хрунгада нуна атта. А, вот. Вижу. А где третья, не пойму. Чё, блин?
No. Мы сейчас сможем туда попасть или нет? Чё, только сюда и все? Так куда ты лезешь? Ой, бля. Я вообще сдохну такими темпами. А вот сюда, по-моему, можно, да? Или... Ну да, по-моему. Ух-ух-ух-ух, как это не очень-то круто вообще. Чего, блядь? Блядь! Да это, блядь! Что за хуйня? Блядь! Нахуй пошла. Блядь. Да ты, блядь, шутишь. Да. Да ебать. Пиздец. Просто охуенно. Блять, спасибо. Взял, блять, проебал, блять. Ебать, а чё она так далеко? Блять. У меня было оружие, заебись, блядь. А я еще проебал, нахуй. Классно, блядь. Просто заебись. Ненавижу, блядь, эту миссию с этими перьями, блядь. Просто вообще пиздец какой-то. Чего, блядь? Пиздец. Еще сюда, блядь, и пройти нельзя. Охуеть. А чё вы мне, блядь, предлагаете?
За этим пером сходите, который справа его, да? А как до него, блядь, добраться? Вопрос, блядь. Ладно. Так, подожди. Где оно, блядь? Как бы сказать, можно как-то опуститься? Нет, кажется, я ёбнусь. И, к сожалению, это правда окажется. Заебись. Как, и как мне теперь, блядь, спуститься нахуй отсюда? Блядь, похуй, рискнем. Ебать, мне еще и повезло. Хуя себе, блядь. Да я немножко от себя, блядь, в ахуе нахуй. Здорово, блять. Что, достаточно? Он это я гахаем за джахданди. Допустим, погнали. Я сегу де дом зом мой дени варароро ге дану канем. Агуахья на ванду де гадора цравия. Да на досы дзира зудзи вагареса. Ангури хуня. Канадакта эзот кодинагеренью тоанди джадораде. Потом цаху я сноре анутайо кватте. Я ткуэнья ся канхеяте. Кая танору негига дехам танега. Онек тиаде вадериху акуэньястаге не саоера. Допустим. И как нам охотиться, блядь? Так, подожди. Когда дена кто-то с аундаса де сануни, то ганзе садовате, а де ваду неге не гарио, тану ян ваду рацирайан датне. Агуа нет, сидни вадес. Чужина, то он их тянет с царни, ты не мог ужать дорогу к снегу дирио. Я смогаю де, ты давать сканхуква, ты как неги рата. Зезак не, гаяндере, ватрори, ты умак то дун дун даварие. Попал, блять. Ой, блядь, как стрелы снять? А если закончатся патроны, что делать? А где там, блядь, заяц был? Мы ж вроде здесь уебали. Что за подсказка, блядь? Хацкуй,
Власти де хам та нега га а и веске. Так, приманку, что ли? Хауки оя дзиджат кардхарда. Кан тозат кардхарда. Кан каниот. Ю янере, хау джаде нянда не заха гарио дамана е дениена, дзини гариво сюгенир харде. Вижу. То и до вас, за те станиостные за она. Я, когда я говорю, да ну как уже, а у ная анка такса те не канеху. Неги гас каяда кесну саге анка стези там вот это хуже все, а он так и не говорит и хато. Так, какую на этот раз? Приманку, что ли? Чокну хода, эра я хунге не говорит хауинте. Он их тебя скатит не надо. Блять, вы уже определитесь. Как это, блядь, пройти? Какие, блядь, ловушки? Как это пройти? Чокну хода, эра я хунгет не гунгра хауинте. Он их тебя скатит не надо. Блять, я понимаю, а как, блять, аль... Так заметит, блядь. Так, а если правда так? Так. Thank you.
Ona deni rora ke dino hoda deyo dohun zohun. Aunze jatka zera neyutkar harakwa. Проверяем. Да ё-моё, давай. Яма. Чё? Тим же там зони сего, лекти яхте туки не накто де. Он лекти де дени зару а че дора де. Тока иде не ре я да иде нокта. Яхте вог дериан да ре. Кое таква, та за да де так ни низе. Пять. Чё, блять, опять? Да вы заебали. О. Опять олень, блять. О. Блять. Я оленя проебал. Сюда вали. Нафиг. Так. Ого. Да блять. Сука. Лук их вообще, блять, не берет, этих долбоебов. Ебануться, блядь. Ладно, похуй. Этого забрать, блин, да и все нахуй. Блять, да вы издеваетесь прямо перед... Ладно.
еле успел, блядь. Фу. Как же это немножко геморройно, а? Пиздец, это дикая охота, блядь. Yes, of course. Так. Так, еще одно мясо и все. Подождать, что ли? Я думаю, подождать. Сюда нахуй. Иди сюда, блять. Ебать они быстрые, ебать копать, блять. Блять. Иди сюда нахуй. Тебя возьму хотя, блять. Давай, давай. Да вы чё, блять, издеваетесь? Ебануться, блять. Хуй возьмешь, блять, эту залупу. А он за как или он? Похуй, идите второстепенные задачи нахуй. Я не собираюсь, блядь, 3 часа эту хуйню проходить. Блядь. Гана, долго? Она ауа, не. Отку. Блять. Да ты издеваешься, блять. Так, не понял. А чё за прикол, блять? Где медведь, блядь? Куда медведь, блядь, делся? Это чё за прикол? Чё, блядь? А где, блядь, этот... Чё за прикол, блядь, вообще происходит? Блять, не понял юмора. А где, блядь, этот медведь? Как бы, блядь? Медведище, ты, блядь, где? Куда этот медведище, блядь, делся? Блядь, вы издеваетесь? Серьезно, блядь? Чё за глюк нахуй?
смысле? Это что, блядь, значит? Куда ты, блядь, съебался? И чё, блядь? В смысле, куда ты съебу даешь, медведище, блядь? Серьезно? Медведь просто съебался? Блядь, просто шикарный. Охуенная вышла охота, блядь. Я, блядь, в шоке просто. А гуахуа кецхани, ге. Ускет нягахте. Няуа. Амзе чахтанди она. А я у сира наджак ге. Ходит не гухрайанда, не. Дино джера я эзо дея тие наам. Nekziato deyot. Ohniyot. Rat dukha waha giri hunya. Так, а дальше? Алло. Давай дальше. А, понятно. Что за прикол? Чё, блядь? Будет что вспомнить, в смысле? Не понял, что мы должны сделать, блядь? Чё, блядь? А катериан дарди зади хуае ваш, оно жена дия карха гончедевета, оно жена дия теятия жат дараниере не оя ганьок кехага зиводерио. Uma wasundade danza deri hua zera guase. Yohunjanorunge, yungwa de nadaya, danune omha ajungwa deri wayani ne ayetia se danisege unjunhunza. Arahaja di dogane gandu, ayetiri hune yukiswas, saha o disas da serayanda ne. Yungwa doraze ne to na yade wayer hage. Yungwaya do darhe un zino gayera ne de ti swat neda. Danu ne dogat to no de wayere yot deru ayungwa jonha se. Onu jere zi toni ori hoana ne ay de wada den hodu. Да тига. Калин хоха. Мы ане? Приветствую, страж. Кто ты? Дух? Для тебя, вероятно, да. Где я?
Ты там же, где был раньше. Если же ты спрашиваешь о том, что видишь, то это Нексус. Здесь рассчитываются вероятности, чтобы выбрать правильный путь. Какой путь? То. За мной. Так, подожди. А, вот как, нихуя себе, блядь. Что ты со мной сделала? Выбрала форму, близкую твоей культуре. Так легче ориентироваться. Ой, что-то как-то... Мы ждали тебя тысячелетия. Себе... Ты принесешь ему последний фрагмент, и он откроет дверь. Я не понимаю. И не должен. Мои слова ранят тебя. Я не желала этого. Ты важен для нас, дитя, и не представляешь, насколько. Некие силы тайно готовятся захватить власть над этой землей. Тамплиеры. Преуспев, они проникнут в святилище. Ёперный театр. Красиво, блядь. Ты из особого рода. Прошлое, настоящее, будущее. Многие связаны с тобой. Те, кто изменил мир. Те, кто изменит. Так же, как и ты. Я призвала тебя, чтобы ты узнал свой долг. В защите святилища от тех, кто жаждет уничтожить наш труд. Святилище? Какой труд? Сохранение текущего курса даст негативный исход. Преждевременный доступ дестабилизирует регион. Твоя деревня и род будут уничтожены. Что мне делать? Искать того, кто займется твоим обучением. Найди этот символ. Знаю, у тебя много вопросов. На них ответит время. Пока повинуйся. Вождем будешь позже. Окей. А, он пытается символ запомнить. Я понял. Символ ассасина. Радун хаге тун катнуэ. Катнуэ ни садка тун тига гари вайерунитс тун. Адун хэц ваге нак дуни. Вак гару ди рунгве дайя джадатка. Аге нак дун хасце охниот ди акканде. Датуне тига рунгве. Изи на гаханда ди тунас, гариева сива гадериандаре, тану изи ки они, а рахаджа ди задет ни горизу, не доса асери хвайена. Юнгвар харацту не айеда дева дунху джануна, некти да шериде нитнизе. Деот дэн юнхаджа ахунджаге, тану я таунду а юнгвар да сэ дунхаге.
Яка атакит скодаге дану агадерхара дене айда ватван датне. Вакуня додари сиги оваду эрда ансехте. Охну джера ти дезадери хуаденьяни. Айзе ганья так гуэни дагури хуадени. Яха сагига. Асе цанри джинахо дазе сакстит карда кунеганш. Тону ой дагатка тоне гари хуайрда ничто. Не эги гарун гуэра хави охьяшнена джиньо джизатниста хава шагошнена. Яма. Серия садога, некти гет хани суди эзо зар харе. Вас се закане гари хуайро ницту, са таха цари. Да. Интересно, интересно, если честно. Не думал, что уйти будет так трудно. Я надеялся обрести гордость на этом пути и чувство достигнутой цели. Но то, что тянуло меня из дома, скоро исчезло. Остались лишь вопросы и сомнения. Поспешил ли я? Совершил ли ошибку? В деревне думали, что я ушел, потому что хотел. Что это мой выбор. Но мне так никогда не казалось. Нет. Это не мой выбор. Это моя обязанность. Потому что если не я, то кто же? Я. Я думаю, прикол все поняли. Так. Блядь, вот мне интересно, а как мы отсюда нахуй выберемся? Так. По-моему, можно так, да? Ёб твою. Да ёб твою. Нахуй пошла. Блядь. Да нахуй иди, блядь. Ёбаная пума, блядь. Жёсткая тварь, блядь. Так, а я не пойму, а как нам выбраться? А, ну понятно, это почти тупик, блядь. Куда, блядь? Что, блядь? Это что, блядь? Уже поместье? Это что, блядь? Лучше отсюда, наверное, если, конечно, я не потеряюсь. Ищете охотничий домик? Считай, уже нашли. Чувак, мне не нужен охотничий домик. Так. Заяц! Заяц, иди сюда нахуй! Ты ёбаный, блядь! Ладно, похуй, короче. Да, блядь! Ну да, блядь, бежать за зайцем бессмысленно, блядь. Да, блядь, как обойти эту хуйню? Не пойму нихуя. А. Ладно, хотя бы так.
Пиздец. Чё, блядь? Да я откуда знаю, блядь? Чё, как? Я, блядь, на миссию хочу попасть, а вы мне въёбаетесь тут, блядь. Ух ты ж, блядь, я опять попал сюда, да? Ой, чувствую, не доберусь я. Ой. Давай, забирайся хотя бы сюда, заебал. Да, геморройно, блядь, добираться до миссии, блядь, просто тупо. Тупо банально до миссии не просто добраться, вообще пиздец. Да, 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 окей, давай. Я понимаю, что карту надо открыть, да? Ёб твою мать. Блять, а почему именно сюда? Или... Или не сюда, нахуй? Тихо, подожди. Это еще что за хуйня? Что-то мне нихуя не нравится. Чё, блять? Чё, блять, гоните, что ли? Ба, чё за мутки тут вообще непонятно. Чё? Это кто, блядь? Чувак, ты кто? Не, я не знаю, кто это, но он красным, блядь, светился. Это, походу, уроды, блядь, какие-то. 0 патронов, блядь. Нахуй тогда оружие, блядь. Так, стоп. Блядь, а какого хрена? Как добираться, блядь? Вы чё, блядь, шутите, что ли? А как мне добираться до этой хуйни? То есть я, походу, зря спрыгивал, да, блядь? Ебать. Охуеть, как это проходить? Вот просто реально банально, как? Так, стоп. А, да. Ну, сюда. Тихо, подожди. А, сюда. Так, теперь наверх. Давай. Так. И сюда нахуй. Так, а теперь давай попробуем по этой хуйне пойти. Ну, по верху он должен пойти на... Нам, по сути, игра должна дать эту возможность. Тут тропинка, да? Пиздец, как же далеко, я ебал. Я никогда не думал, что реально придется там долго, блядь, добираться. Это пиздец. Тупо до миссии. Тут реально расстояния, блядь, здоровые. Это интересно, конечно, но... Блять, наконец-то. Ну, а что ты так идешь-то? Прочь с дороги! За ним! Что за хуйня? Чё? Вы кто, блять? Это... Поместье Девенпорт? Ха. Интересно. То есть, а дальше мы обратно будем добраться, как иди долбоёбы, да? Или
лет уже. Ой, блядь. Ёб твою мать, что это за хуйня? Побрякушки, блядь. Сколько, сколько? 400? Попробуем тогда опуститься. Так, стоп. Сможем опуститься, Рили? Не нравится мне этот звук, блядь. Прыгай. Не знаю даже, как назвать это. Ебилизм, блядь. Но то, что здесь много всякой хуйни, это факт. Тропинки, дороги, дороги, тропинки. Уф, как же это немножко геморройно. Именно добираться, это пипец. Просто пипец. На видео это, конечно, будет казаться, о, банальщина, тупо, забавно. Но, блин, вот именно не с виду, а... Кто, блядь? Ты чё, бобёр? Ну да. Бобёр. Одному бобру не повезло. Так. Что, блядь? Сейчас показалось, что мимо бобра пробежал. А вот и поместье, да? Ой, не чихнуть бы. Наконец-то хоть лошадка. И то, блин, хорошо. Так, а с какой стороны-то вход? С другой. Ладно. Это уже не с этой, да? Ладно. Ага. Окей. Слово. Допустим, сюда. Или нет, подожди. Чё, блин? Это что значит? Ничего не значит, просто тупость, да? Чё, блядь? Давай. Прием. Никого, да? Что? Мне сказали, ты научишь. Нет. Уходи. Я не уйду! По-моему, сейчас надо залезть или добраться, да? А чё он смотрит туда? А, спать в конюшне, типа, по-моему, да? А, укройтесь, да? Будем укрываться в конюшне, нах. Нужно разбить лагерь. Можно здесь.
Так. Допустим. Так, а ямку мы скопать не можем, да? Нифига. Надо, значит, метку удалять. И все, да? Окей. Должен быть иной путь внутрь. Давай попробуем. Допустим, слово, да? Пожалуйста, только выслушай меня! Извини, если я выразился недостаточно просто, и ты меня не понял. Я не хотел тебя запутать. Чтобы прояснить дело, я уточню. Проваливай с моей земли! Я лезу наверх! Так. Окей. Послушай, чего ты так боишься? Боюсь? Я не боюсь ничего. А тем более дерзких сопляков вроде тебя. Небось, мечтаешь стать героем. Помогать всем, спасать мир. Но продолжай в том же духе, и станешь разве что трупом, да и все. Мир изменился, мальчик. И тебе пора. Я не уйду, ты слышишь? Никогда не уйду. Погоди, старик. Так, опять укройтесь, да? Повиснуть. Так, валим. Снова укрываться. Я так легко не сдамся. Да-да-да. Неплохая прибавка к зарплате. Старика уделать, расплюнуть. В тот раз ты так же сказал, а я остался с дохлой лошадью и фингалом. Вы кто? Тебе это совсем незачем знать, щенок. Лучше проваливай отсюда, пока цел. Нет. Ну, мы предупредили. Вот он, взять! Вот он, взять! Братья! Песни и духи тебя не спасут. Сдайся, Сапьяк, и умрешь быстро. Да кто еще быстро умрет, сопляки? Ну, давай. Давай. Зачем вы здесь? Что вам нужно? Спроси у вожака.
Ты работаешь на старика, так? Может, так заговоришь? Спасибо. Убери тут. А затем побеседуем. Окей, спасибо. Так. Дождик, дождик. Льёт слегка. Так, стоп, а можно отсюда? Нет. Жалко. Пчелки. Ладно. Так. Уже почти. Если не с этой, блядь, охотой сраной, блядь. Так. Кто ж. Извини. Ты ни при чем. Эта лачуга вот-вот рухнет. Чудо, что до сих пор держится. Так, кто же ты такой? Меня зовут Радун Хагиду. Ясно. Даже не буду пытаться это выговорить. Так, что тебе нужно? Мне велели искать этот символ. Ты хоть понимаешь, что он означает? И чего ты просишь? Нет. И все же ты здесь. Дух сказал, что я... что мне... Эти ваши духи веками издевались над ассасинами. С тех пор, как Эцио открыл ящик Пандоры. А, но ты ведь не знаешь, кто такие ассасины. Тогда слушай. Я расскажу одну историю, и это займет много времени. Давай. Вот почему ассасины поставили целью преследование тамплиеров. Ведь если те преуспеют, грезы твоего духа станут правдой. Я их остановлю. Ты, несомненно, попробуешь. Идем. Я кое-что покажу тебе. Осторожно. Я не шутил. Здесь все разваливается. Так может, починить? А смысл? Да и материалов на это у меня нет. Так купи. Глянь на меня. Думаешь, я могу прийти в лавку с полным кошельком и все купить? Да. Почему нет? Наивный. Ни хрена себе. Проходим. Сюда. Кенуэй. Так. А, точно, костюм ассасина. Не думай, что можешь прийти сюда, надеть это и назваться ассасином. Я бы никогда... Ничего. К ним и правда руки тянутся. Что ж, ладно. Я согласен. Посмотрим, добьешься ли ты права носить это. Спасибо.
Ахиллес. Ну, идем. У нас много дел. Ничтожество. Прах под ногами. Ты и весь твой род. Живете в грязи, как звери. Не хотите видеть истинный путь. Чего хотят тамплиеры? Того же, что и всегда. Власти. В колониях у них появился шанс. Шанс начать все заново. Забыть про хаос прошлого. Поэтому они за англичан. Здесь они могут продемонстрировать достоинство своих убеждений. Людей, которые служат порядку и структуре. Я видел, что будет, если они победят. Они должны умереть, да? Все они. Даже мой отец. Особенно твой отец. Ибо именно на нем все держится. Да, поворот. Поворот. И я учился. Бегать, лазать, драться, падать. И на каждый урок для тела приходилось два урока для ума. Языки, философия, логика, искусство. Ахиллес чаще всего рассказывал об ассасинах и тамплиерах, об их орденах, истоках, целях. Века истории он уместил в несколько коротких дней. Я рассказал ему о тех, кто сжег мою деревню, о Чарльзе Ли и моем обещании. Ахиллес сказал, что Ли и его люди тамплиеры. И ведет их мой собственный отец. Если я буду служить братству, эти люди станут моими целями. И я старался. Изо всех сил старался. Но было ясно, что мне еще многое предстоит узнать. Мое обучение только началось. Окей. Началось так началось. На улицу выходить. Оу. Окей. У нас, я так понимаю, снова зима, да? Собакен. Там была, да? А, в город, походу, да? Походу, что да. Так, я сейчас посмотрю, сколько по времени, в принципе. Да, час. Так, ладно. Давайте на этом закончим. С вами был Казуку Фэмили. Мы начнем отсюда. Скорее всего, нам нужно отправляться в город. Так что будет много интересного материала. Всем до новых встреч. С вами был Казуку Фэмили. Всем удачи. Ставьте лайки, делайте репосты. Всем до новых встреч. Всем пока-пока.